Всем привет, меня зовут Иван, и вашему вниманию наш проект. Мы решаем проблему трудностей в коммуникациях между говорящими и немыми людьми. Мы предлагаем решение этой проблемы с помощью браслета, который понимает язык жестов. Сейчас это прототип, понимает только дактиль, а в будущем язык жестов. Этот продукт позволит немому человеку очень быстро объяснить свою мысль в любой ситуации. Мы сделали лендинг пейдж с проектом, сейчас я покажу. Значит, на хакатоне мы разработали логотип и название. Название, когда мы по-английски хотим сказать человеку, что я его понял, то есть я вас понял, мы говорим IC. А владелец этого устройства как будто бы говорит собеседнику, что ты меня понимаешь, то есть UC. Поэтому такое название. Ну и бенд, потому что браслет. И логотип, который символизирует некий переход от абстракции чего-то непонятного, когда мы не понимаем, к такой структуре, где все четко и понятно. Такая логика. Дальше мы разместили статистику, потому что, как говорил Иван Бирюков, мы увидели рынок, мы разместили статистику, привели интересный факт. Конечно же, мы написали основные характеристики нашего устройства. Мы изобразили наглядно схему, как работает технология. И мы представили коротенькое видео с примером, работающим прототипом. Сейчас я его запущу, оно без звука. И дальше мы представили форму на сайте, она еще не доделана, форма для заказа. Мы предлагаем два способа заказа, когда у человека есть средства на то, чтобы купить продукт, здесь все просто. И второй вариант, когда у него не хватает средств, он может оставить заявку, описать свою историю, и мы найдем человека, спонсора, который готов купить для него наш продукт. Ну и представили информацию о команде. Еще хочу сказать, что через некоторое время, когда мы доделаем эту форму, мы уже сможем собирать статистику по количеству кликов на эти кнопки и тем самым формировать для себя вот потребность в нашем продукте. Мы сделали это с помощью сервиса Tilda, у него есть поддержка Google Аналитики, мы все сможем мерить. Наша цель – это сделать максимально доступный этот продукт, поэтому мы будем его продавать по себестоимости. Сюда будут включены все затраты, связанные с производством. Зарабатывать компания будет путем внедрения этой технологии в другие коммерческие продукты, например, там для умного дома что-нибудь. Ну и, как я сказал, в случае отсутствия денег мы предложим пользователю оставить заявку, чтобы для него кто-то купил этот продукт. На хакатоне мы сделали логотип, название, мы создали сайт, который еще доделаем, и сформулировали конечный продукт. То есть это наш браслет плюс технологии приложения Яндекс.Разговор. Это нам предстоит еще объединить. Собственно, на это и пойдут ресурсы, если они будут, если не будут, все равно другие пойдут ресурсы. Мы объединим нашу разработку с Яндекс.Разговором и получим готовый продукт, который можно будет продавать. И мы улучшим распознавание жестов. Это все, спасибо. Вопросы еще Анатолий, возможно, будет? Да. Вопрос касательно коммерциализации. Я так понял, что планируете продавать по себестоимости, а зарабатывать за счет внедрения в другие коммерческие разработки. Какие это коммерческие разработки, профиль ваших клиентов, именно которые платят все-таки, за счет которых обеспечивается устойчивость вашей компании? Я понял вопрос.
Ну вот то, что я сказал про умный дом, это есть идея применить эту технологию в разработке управляющего контроллера для умного дома. Ну, соответственно, и рынок этих устройств. А как вы собираетесь продвигать этот продукт? Ведь можно сделать прекрасную страничку, можно все подготовить, и никто о нем не узнает. За время общения вот здесь, на Хакатоне, мы поняли, что здесь есть очень много таких информационных проектов, на которых можно разместить ссылку на наш проект, и это первый такой шаг. Яндекс.Разговор — это такое приложение, когда я, как человек, который не могу сказать, набираю текст, показываю моему собеседнику. Собеседник, чтобы ответить, мне может либо в микрофон сказать, приложение распознает, переведет в текст, либо тоже набрать. Время, к сожалению. Спасибо.